бункер кто-то идет. Бот. Слева чел в упоре. Да. Перебегу тогда туда, в ту сторону. Ага, вышли из бункера два. Три! Одного убил. Все там же? Да-да-да. Я отсюда не вижу никого. Перебегаю на гнездо. Вот на гранатах там. Один, возможно, дальше прошел куда-то. Слушай, а тут никого. Он мог вообще дальше пройти и за забор прямо уйти. Либо под себя куда-то. Я посмотрю. Здесь вообще никого. Я на гнезде наверху. Да, я понял. Так, сейчас проверю. Да, вот этого ты убил. Ты ходишь? Да, да. Я в конце забора. В ту сторону иду. Кто-то подлутал этого типа. И, видимо, с кем-то пофайтились и пошли дальше. Вот он, блядь. Везде, походу. Блин, было бы какое-нибудь ведьмачье чутье, чтобы типа следы видеть, допустим. Или как у Бладхаунда. Да, 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 да. Как у БХ, блин. Такой раз там нашел травинку, следы понюхал, там проходил тут минуту назад, типа на запад. Идешь выслеживать. Идти интересно было бы. Вон он бежит, ёпта, прям супер по краю карты. Вот смотри, куда я бегу. Я прямо сейчас на него должен выйти. Метров 100 от нас. Прям по самому-самому краю идет. Убил. Ой, там двое. Убил второго. Вижу. А нет. Каску одел черную. Для меня это все равно красное пятно. Я ж, блядь, вы не поверите, что я вчера сделал, да? Че? Я зарегался в ТикТоке. Это же да-да-да, я зарегался, заливаю видео. Что-то видео не заливается, там что такое, блин. Только что нормально все было. Читаю новости, сука, закрыли. А я не понял, почему. ТикТок где-то китайская фирма.
всем сетям пройти. Со стороны кирпичного домика где-то орёт. Хера себе. Что такое было? Ну, ты слышишь, что стреляла какая-то... Да. А что это такое? Типа РФБ, что ли, или что это такое? Дам грену туда, но ему в лицо. Сейчас должен побежать куда-нибудь. А, это СР-ка 25-я, убил его. Опа, глушитель, по крытому. Там кто-то и стрелял. Блять, вот он, второй камень. Сучка, а, крысиная, сидит ведь до сих пор. Либо второй, либо под ним где-то. Точно с той стороны. За закрытый перешел. Давай, надо, чтобы ты обошел его, прочекал там. Там ему хае, чтобы он не расслаблялся. Ко мне подходит уже. Убил. Я за закрытым. Угу. Все равно попал. Угу. Так, я лег лутать. 54 уровень, кстати. Реально профессионал. И он еще убил. А, у него убили тиммейта. Ладно. Да. Я открытым. Штурман как будто вообще по КД спавнится. Угу. Ему шанс увеличили же вот месяц, наверное, назад. И он прям вообще... У меня есть. Ну и всяко. Бил. И он стал очень спавниться часто. Почти постоянно. У нас 3 из 3. Ну пока да. 3 из 3. По-моему, убивали уже сегодня этого типа. Блять, да не в медичке вид. Там чес? Да. Убили тебя? Нет. Я бегу от дороги. Одного убил. Они не убили, они напугали меня, блядь. Наступил опять? Нет, иду спокойненько. Он в контейнере стоит на втором этаже в этом медичке, бля. Два челобота влево бегут от будки лесника. Угу. А это Юсеки. Второй с одним хп забежал на эту. Бил.
справа какие-то выстрелы были у нас очень подозрительные. Ты у дома? Он убил. Это же, знаешь, откуда пришли типы? Они через Юсеков, где мы в начале были, в самом начале. Они через оттуда пришли. Он сумку с того типа принес, которую я тебе Трезит предлагал одеть. А. Они, значит, деревню утали. Да, да, они просто за нами шли всю карту, получается. Ну, вот этот, по крайней мере, чел. Те, не знаю. Да-да-да. Ты берешь что-нибудь? МДР, например. Сейчас я своего полутаю. Тоже жетон у него. Да, вижу на вышке чевок. Два чевока. Прям под вышкой ровно. Вижу. Бегает с большой сумкой направо бункера. Там же второй. У меня далеко. Ты один там сейчас. Да, я понял. Одного убил. Второго убил. По-моему, как у тебя в том рейде. Тут такой нету у них. По металлу, да? Да. Каску одел. Вот я заспавнился. Чики. Вижу, стоит в лесу. Угу. Один? Это бот, кстати, по-моему. Стрелял направо куда-то. Ага, на юсеке. Минус. Глушеный машинист. Ну, на выход. По кромке. Убил меня. По какой? Сзади нас? Нет, которая в лесу к егерю. Лежит там, прямо. Вали, кепку! Блять! Он не один там. Вот он! Вот по нему долбит. Сука. Давай, давай, ботик. Вали, вали, хуй. Мочи козла. Одного убил. 62-й трассер у него. А ты пицца! Давай, мочи! А, нет, это Ахмед какой-то. Это не он.
Главное от воды? Да. А-а-а. Ну тогда он тут на тропу мог уже переместиться. Тебе надо тепло засеять. Вдруг-то твое сейвлю, никто тебя не собрал и пока что не соберет. Чел вообще неизвестно куда делся. Ну, я думаю, что на тропу он тогда ушел, раз там ты был и не было его уже. Убил кого-то на тропе. Чунгски. 17 в конце, 100%. Нет, Крокер, по-моему. Чунзук 17. Есть может такое? Быть он, может быть он. Ну 17 точно было в конце, и первое Т. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.